внесении на рассмотрение в порядке законодательной инициативы Саратовской областной думы проекта закона Саратовской области о внесении изменений в закон Саратовской области об административных правонарушениях на территории Саратовской области. Слово представляется заместителю председателя специальной комиссии по градостроительству, жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре, земельным ресурсам городской думы Чернову Евгению Александровичу. Пожалуйста, Евгений Александрович. Уважаемый Анатолий Алексеевич, уважаемый Михаил Александрович, уважаемые коллеги, принятие предполагаемого к рассмотрению решения Саратовской городской думы прежде всего обусловлено тем, чтобы обеспечить соблюдение тех правил благоустройства, которые мы с вами принимали в 2018 году. Как показывает деятельность, анализ административной комиссии, за истекший период не все нормы, которые мы с вами принимали, соблюдаются. Если взять, например, торговлю, то у нас порядка 3000 протоколов было выписано физическим лицам на сумму более 3 миллионов рублей. Как я вам напомню, когда мы принимали правила благоустройства, у нас не главная цель была с вами собрать как можно больше денег, оштрафовать как можно больше физических и юридических лиц, а предупредить, чтобы правила соблюдались. Когда правила благоустройства наши не соблюдаются, тем самым мы ведем к определенному негативу. Когда это все проанализировали, было принято решение, и администрация представила нам рассмотрение, некоторые введение новых видов штрафов или их изменения по финансовой нагрузке на физических и юридических лиц. А именно, данным проектом решения предлагается повысить размер штрафа за незаконную торговлю и установить его для граждан в пределах от 3 до 4 тысяч, для должностных лиц от 4 до 15 тысяч рублей. Также предлагается установить административную ответственность за повторные в течение года, а именно непринятие мер по устранению, по участию в содержании прилегающей территории, невыполнение требований к размещению вывесок, неисполнению требований помойки колес транспортных средств при выезде со строительной площадки, нарушение правил оформления некапитальных, нестационарных сооружений. Кроме того, проектом закона предполагается дополнить закон новыми составами административных правонарушений, устанавливающими ответственность за самовольное размещение или установку элементов благоустройства и их последующее использование на территории общего пользования, закупание фонтанов, а также расширить действующий состав административного правонарушения, это именно создание препятствий для вывоза твердых коммунальных отходов, установив ответственность в том числе за создание препятствий при осуществлении работ по ручной и механизированной уборке территории города, по очистке крови, здания от снега, наледи и удалению сосулек в результате размещения транспортных средств на указанных территориях. Повторюсь, что необходимость установления новых составов за указанное нарушение обусловлено участившимися случаями самовольной установки элементов благоустройства на территории муниципального образования города Саратов. Также жалобами на купание в фонтанах. Мы с вами все ходим по улицам в летний период и видим, что это часто, к сожалению, происходит. А также не единичными случаями возможности осуществления работ по очистке крови или зданий от наледи или механизированной уборки территории города в результате размещения там транспортных средств, которые стоят буквально всю зиму и оттуда не отъезжают. Также в целях соблюдения установленного администрацией муниципального образования города Саратов порядка отбора участников для развлечения аттракционов на территории муниципального образования города Саратов предлагается установить административную ответственность за оказание услуг аттракционов без документов, подтверждающих право размещения там аттракциона. При этом штрафные санкции предлагается установить аналогично установленным законом за незаконную торговлю и оказание услуг. Напомним, у нас с вами была тоже создана рабочая группа, и как выяснилось, что буквально 2 года все аттракционы, которые располагались на территории города Саратова, в силу различных объективных и субъективных причин, они располагались незаконно. Также хочу отметить, что данный законопроект рассматривался на очередном 79-м заседании нашей постоянной профильной комиссии. Был отправлен на рабочую группу. Рабочая группа продуктивно на протяжении нескольких часов отработала. Мы разобрали каждый состав. В раздатке у вас в табличке это все находится. Не совсем мы согласились. Было отказано и на комиссии, потом это было поддержано. Касаемо увеличения штрафа за парковку на зеленых насаждениях, на наших газонах предлагалось увеличить штраф. И было отказано
об увеличении, о введении административной ответственности за допущение родителями купания несовершеннолетних детей в фонтане. В силу исключения субъективных факторов, когда какой-либо ребенок случайно забежал или залез в фонтан. С учетом данных поправок комиссия предлагает поддержать данный проект решения. Так что, уважаемые коллеги, прошу вас поддержать проект решения Саратовской городской думы о внесении на рассмотрение в порядке законодательной инициативы Саратовской областной думы проекта закона Саратовской области о внесении изменений в закон Саратовской области об административных правонарушениях на территории муниципального образования города Саратов. Готов ответить на вопрос. Спасибо. Вопрос, коллеги. Пожалуйста, Александр Николаевич. А крайний раз, когда мы обращались в областную думу по поводу этих административных штрафов? У нас Александр Юрьевич представлял крайний раз и представляет некоторые законопроекты. Не скажу, что они быстро будут проходить. Они у нас проходят буквально год, может и два года проходить, может и год. Не все так гладко проходит, поэтому это не означает, что если мы с вами проголосуем, что все вот эти пункты будут приняты. Но когда мы на рабочей группе это все рассматривали, мы брали практику других городов, рассматривали практику Верховного суда. Поэтому, в принципе, здесь все четко выверено и надеемся, что все эти пункты пройдут. Их поддержат областные коллеги. Второй вопрос. Вот вы назвали такую ужасную цифру, в моем понимании, 3000 протоколов. Торговля. Да. Это только за торговлю? Да. 3000 протоколов. Вопрос. Как вы считаете, основная причина вот этой незаконной торговли, которая существует в городе Саратове, но уже без малого 30 лет, какая причина? Ну, я вам скажу так, когда нам докладывали, разбирали деятельность административной комиссии, как там все происходит. То есть, если мы возьмем практику административной комиссии, то она тоже различна. Бывает незаконная торговля, когда бабушка, дедушка в неустановленном месте продают продукцию собственного производства. А бывает тогда, когда нерадивые предприниматели без официального трудоустройства, без каких-то опознавательных знаков берут и осуществляют предпринимательскую деятельность, не платя ни налоги и ставя свою палатку с овощами, которые, может быть, по объему больше, чем какой-то КАМАЗ подъедет, и осуществляют такую предпринимательскую деятельность. И когда штрафуют такого нерадивого предпринимателя, он говорит, да мне проще этот штраф заплатить и не участвовать ни в аукционах, которые администрация проводит и приносит денежные средства в бюджет города, и не платить никакие налоги. Тем самым, если мы повысим штрафы за данный вид, то мы с такими нерадивыми предпринимателями, которым должны наравне с другими, которые официально работают, мы их понудим в определенное обеление, чтобы они участвовали так, как и должны участвовать в соответствии с законодательством. И третий вопрос. Какая сумма бюджет города Саратова поступила от этих 3000 протоколов и миллионов нарушений? Более 3 миллионов рублей. Спасибо. Спасибо, Андрей Андреевич. Я, конечно, понимаю, когда машина стоит, там уже 1000 лет стоит на дороге, и не мой отец, снегоуборочная машина никак не может там убрать, и бежает там. Она уже снегом заросла, как сток сена. Значит, но у меня есть некоторые вопросы по фонтанам. Да. По фонтанам мы считаем, что надо наказывать, и вплоть до административного штрафа и так далее. Вот берем аллею героя. Андрей Андреевич, фонтаны ответственность здесь есть, я извиняюсь, перебью, может быть, вы вопрос не будете задавать. За фонтаны административная ответственность будет предусмотрена. На рабочей группе единогласно с этим не согласились, в одной только части, чтобы не наказывали детей и родителей, когда ребенок может случайно забежать фонтан, коснуться воды, и это будет расценено, что он искупался в фонтане. Чтобы исключить вот эти вот случаи, в части только не согласились, с остальным совсем согласились, когда мы наблюдаем, что массово происходит купание в фонтанах. Это только эти десантники массово купают. Я не буду называть. Значит, я хочу сказать, вот аллея героев, там у нас два фонтана, если мне память не два. Они плоские. В одних случаях там родители есть, других случаев нету. Стоит наш доблестный полицейский, и надо ему поставить задачу
собрать штрафы. И он будет собирать эти штрафы, несмотря на ваши желания и нежелания. Поэтому очень такой сомнительный вопрос насчет фонтанов. Очень сомнительный. И второе. Кто будет определять? Опять же, стоит полицейский. Зашел во двор. Зашел во двор. У нас мусоропроводы, допустим, там, где я живу. Подъезжает. Машины. Они же не едут на стоянку, как там, платную. Стоит забито. Забито. Кто определит, что это мешает или не мешает? А машина стоит в стороне, совсем в стороне. То есть эти ящики можно вытащить. Она не мешает или мешает? Кто? Этот полицейский, который участковому дали задание? Тоже вопрос. Если то, что на улице стоит, я без всяких разговоров. А во дворах, вы мне извините, это очень такое сомнительное. И последнее. Вы говорили два вопроса, да? Ну, это не вопрос. Ну и вопрос. А почему-то вы сослались, хорошо, хорошо, пусть вопрос, а почему сослались на седьмой странице, несмотря на ограничительные мероприятия, введенные в связи с распространением новой коронавирусной инфекции? Это что такое? Как это понимать? Она через полгода не будет, а закон останется. Дай Бог. Уверен, что не будет, Андрей. Ну, как это понять, вот эту фразу? Я не вижу вашу седьмую страницу, прошу прощения. Можете зачитать? Ну, ради бога, ну я читаю. Размеры административных штрафов предлагается повысить, поскольку существующие меры воздействия не оказывают должного эффекта. Так только за первое полугодие, несмотря на ограничительные мероприятия, введенные в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом, административной постоянной комиссией, привлечены к ответственности 416 лиц. А при чем здесь коронавирус? Мы вообще считаем, что это не должно быть? Понял, про что вы говорите. Давайте по порядку. При чем здесь вот эта ссылка на коронавирус? По порядку начну отвечать. Первое. То, что касаемо фонтанов. Я, в принципе, и на первый, и на второй вопрос, наверное, одинаково отвечу. Для того, чтобы исключить определенную коррупционную составляющую, когда этот человек мил, не мил, пойду я на него напишу какое-то заявление, для этого создана административная комиссия, которая включает абсолютно все ведомства, все администрации, и куда приглашается в установленном законом порядке все заинтересованные лица, в том числе и те, которые нарушили. Возглавляет данную комиссию заместитель главы администрации города Саратова Леонов Максим Геннадьевич, и он рассказывал о огромнейшей практике, когда на первый раз и выносится и просто предупреждение, законодательством это предусмотрено, и рассматривается объективная картина. И когда мы, например, рассматривали с вами по газонам, по зеленым насаждениям, мы из-за чего единогласно не пришли? Да плохо, когда увеличивают вот эти вот штрафы. Но ужасно еще то, когда у нас в этом году много же озеленили территорию жидким газоном, если вы правильно выражаюсь. Но когда мы видим, когда машина имеет возможность даже поставить рядом где-нибудь, где есть место, а она в силу показать, что у нее машина такая большая, заезжает на такую территорию, ну там очевидно, что таких необходимо, конечно, штрафовать. И если какие-то случаи будут спорные, то комиссия, это не одним человеком принимает решение, не тем участковым, а административной комиссии, коллективной ответственность в данном случае, то здесь эта коррупционная составляющая, она сама по себе уходит. Поэтому я исключаю эти случаи, когда смогут того или иного человека, который купался по фотографиям или по какому-то рапорту участкового или просто полицейского наказать. Касаемо автомашин, здесь ответ будет такой же. То, что здесь ссылка на коронавирусную инфекцию исходит, это говорит о том, что такое количество штрафов статистически привезено. Это за этот истекший период. Если бы данной коронавирусной инфекции, соответственно, не было определенных ограничений, то я думаю, что данная цифра была бы, ну, не в разы, но гораздо, соответственно, больше. Потому что если вы и проверки, соответственно, больше проводились, и деятельность свою осуществляли больше. То есть я вам хочу сказать, что когда нам про административную комиссию рассказывали, и когда мы общаемся с администрациями, мы слышим, что данные комиссии проходят не по одному, не по два часа. Если раньше они заседали там раз в месяц, то на сегодняшний момент они минимум заседают один раз в две недели, потому что количество огромное. Просто вот, например, про повторность, которую мы вводим. Но очень часто мы видим о том, что по вскрышным работам, например, организация тоже берет и говорит, да нам проще тоже этот штраф заплатить, нежели какие-то другие меры предпринимать. Поэтому мы вынуждены исходить из того, что не соблюдается, надо что-то предпринимать.
принимать. Вот это и рабочая группа, и комиссия, и администрация совместное решение, соответственно, приняли. Спасибо. Да, пожалуйста. Я добавлю, Евгений Александрович, чтобы было понимание общее. Вы знаете, что у нас в городе, ну, по сути, так, есть два вида фонтанов. Андрей Андреевич, фонтан плоскостной, да, и фонтан с чашей. Про что идет речь? Вот когда ребятишки бегают по этой решетке, первое, они безопасны. Второе, оборудование скрыто. Что касается чаш, мы когда сделали фонтан напротив консерватории, полы скользкие, оборудование внешнее и очень дорогое. Поэтому в избежании, первое, травм детей наших и внуков, и второе, чтобы сохранить это оборудование. А то, что фонтаны плоскостные, но они бегают, касаются, там, играют, ради бога. Поэтому, чтобы это был в том числе и мотивирующий фактор, ограничить, вот туда лезут, значит, и неважно сколько лет, потому что плитка это скользкая, и таких эпизодов мы уже фиксируем достаточно. А что касается зеленых зон, и вот почему с этим вопросом мы сейчас вышли на Думу, мы уже набрали практику. Я дал поручение Максиму Геннадьевичу вместе с депутатами профильной комиссии взять наиболее колоссальное количество штрафов по городу, которые мы выписываем. Это лишь говорит о том, что, вот Евгений Александрович сказал, людям вот на 3 рубля и как торговал, так и будет. Недостаточная мера, поэтому штрафы просим и будем увеличивать, ровно для того, чтобы остановить те нарушения правил наших благоустройства, приводить наших горожан, позволю себе такой термин, в чувство. Потому что это правила, которые должны исполнять все. Вот почему мы выходим и рассматриваем вот эти категории. Спасибо. Спасибо. Еще вопрос, коллеги. Вопрос, больше нет, пожалуйста, остаюсь.